Безмерно рада знакомству. Это нечто необыкновенное. Думаю, вы все поймете, когда узнаете, кто я. Позвольте представиться, доктор Элли Стейпл, психиатр. Я работаю с одной из разновидностей мании величия. Моя специализация – пациенты, которые считают себя супергероями. Очаровательно. Вы трое убедили себя, что обладаете неординарными способностями, как герой комиксов. Дэвид Данн. Единственный выживший при крушении поезда. Вы верите, что обладаете суперспособностями? Я вижу грехи людей, когда касаюсь их. Меня зовут Патрисия. Установлено, что 24 личности... Я Мэри Рейнольдс. Por favor, сеньора. Почти попался, бро. ...живут с вами в одном теле. Дверь придет за вами с минуты на минуту. Вызывает вопросы лишь ваша вера в собственную сверхчеловеческую природу. Бывает трудно принять истину. Мои кости очень хрупкие. У меня было 94 перелома. Но у вас необычайно высокий IQ. Это вам не мультик, а реальный мир. Не может быть. Однако некоторых из нас и правда не убить пулей. А некоторые могут легко гнуть сталь. Я долго ждал, когда же мир заметит, что мы существуем. Я желаю видеть зверя. Умоляю, постарайся понравиться ему. Такое ощущение, что плохие парни объединяются. Многим придется умереть. Не надо. Надеюсь, вы готовы. Как к вам обращаться? Мое имя Мистер, фамилия Стекло.